Приходит время, когда ты обязан совершить поступок. И не столько ради себя, чтобы другому стало лучше. Я не могла ему помешать. Ты становишься очень красивой. Понимаешь, что я имею в виду? Когда такое время приходит, мы, мужчины, уже не имеем права колебаться. Девушка хочет заявить о пропавшем ребенке. Как его зовут? Оскар Грей. Он сбежал из дома 15 лет назад. Вы не припоминаете тот случай? Где вы это взяли? У него тот же недостаток, что был тогда. С тобой хорошо обращаются? Да, сэр. Он мне нравится. Он останется. Ты принимал решение, которое должен принимать мужчина, а не мальчик. Ты убил человека. Я сделаю так, что о тебе забудут. Тебе лучше остаться у нас. Знаю, ты такую работу не любишь. Мы не готовы. Это плохо кончится. Мне не нравится эта идея. У нас тут не обсуждение, Оскар. Итак, чтобы вы понимали, это настоящее оружие, и оно заряжено. Все лежат лицом вниз, ладони на полу. Он хочет отделиться, не хочет больше работать в команде. Слишком он добрый. Те, у кого будет крест на руке, останутся членами семьи. Я ценю каждого из вас, если тебе срать на это. Мир огромен, он только тебя и ждет, пацан. Нужно с умом выбирать тех, кому доверяешь. Однажды Лу тебя найдет. Она не забудет, что ты сделал для нее. Я думал, мы с тобой друзья, Лестер. Я просил ее не лезть, Берт. Где она, Лестер? Здравствуй. Что за... У них есть вся инфа на тебя. На нас. Снимки, статьи. Живым тебе отсюда не выбраться. Такой, как ты, в этом мире не победит. Ты бы уже гнил за решеткой, если бы не я. Тебе дали новую жизнь, работу, близких друзей. Их выстрел был не точен. И теперь они добыча.